В 12-й школе станицы Анапской сегодня обучаются более 1500 детей. Педагогический коллектив насчитывает 72 человека. Директор Юрий Павелко на своем посту работает уже 31 год. В 1984-м сам принимал участие в строительстве здания новой школы. Фактически каждый метр поверхности мне знаком, хорошо знаком. Я все знаю здесь на ощупь. Закрытыми глазами могу решить любую проблему. Вот. Еще почему? Потому что здесь замечательный коллектив учителей, люди, которые любят свою профессию, люди, которые отдают свои знания и, собственно говоря, души, возможности для обучения детей. В первом классе готовится театральная постановка. Педагоги стараются воспитывать детей в первую очередь открытыми и раскрепощенными. Первоклассники уже очень любят свою школу. Потому что мне весело учиться, очень хорошие друзья тут, никогда не подводят. И тут много друзей таких, которые учатся хорошо. Много приятных ребят. 6 лет назад в школе впервые появилась система видеонаблюдения. Сначала в начальных классах, затем во всех. Удобно. Родители могут видеть, чем чадо занимается на уроке. Да и в решении разных спорных ситуаций. Хорошее подспорье. Классы укомплектованы интерактивными досками, ростовой мебелью. В кабинете информатики тоже современное оборудование. Кстати, станичная школа участвует в апробации материалов ЕГЭ по информатике, по результатам которой и будут составлены тесты для предстоящего экзамена в России. В этой школе я учусь первого класса. Как представляю, что нужно будет закончить, сразу слезы наворачиваются. Недавно во дворе школы появилась спортивная площадка с современным покрытием. В школе-библиотеке есть возможность выхода в интернет и воспользоваться учебными пособиями в электронном виде. В числе первых в школе станицы Анапской появились казачьи классы. На сегодняшний день их уже 7. Вековые традиции кубанского казачества и православия здесь чтут и берегут. Современные кабинеты, высокотехнологичное оборудование – это еще не залог успеха. Дисциплина, порядок, взаимопонимание и любовь к детям в 12-й школе присутствуют во всем. Может быть, именно поэтому школа стала одной из лучших в России.